Вот про эти годные товары ты узнаешь в этом видео. И в конце видео будет конкурс с денежным призом. Если хочешь принять участие, смотри до конца. Поехали! Всем привет, друзья! Сегодня я подготовил для вас подборку из 15 полезных товаров для дома и дачи из Китая. Ссылки на товары с подборки и на кэшбэк я оставил в описании. Ты еще не знаешь, что такое кэшбэк? Это приложение, которое экономит тебе деньги с твоих покупок в интернете. Реально работает, никакого кидалова. Сам пользуюсь и рекомендую. Ссылку оставил в описании. И те, кто досмотрит это видео до конца, примут участие в прикольном конкурсе с денежным призом. Если вам нравятся мои видео, то нажимайте на этот колокольчик, чтобы не пропускать мои ролики и быть в курсе новинок из Китая. Приятного просмотра! Начнем мы с очень полезной складной телескопической лестницы. Она оснащена нескользящими рифлеными ступенями шириной 47 см и надежно закрепленными замками-фиксаторами. В магазине есть лестницы различной высоты, так что количество ступеней может быть разным. Противоскользящие опорные заглушки препятствуют нежелательному скольжению лестницы. Высота лестницы в разложенном виде от 140 см до 380 см выдерживает нагрузку до 150 кг. Есть ручка для переноски. Алюминиевая лестница компактна, удобна для транспортировки и хранения. Соответствует европейскому стандарту EN131. Особенности лестницы. Она очень компактная в сложенном виде, удобная для перевозки небольшого веса. Есть ручка для переноски. Коптильня, гриль, барбекю. Несомненно, увлечет как новичка, так и профессионала в гриллинге. Это уникальный угольный гриль-коптильня 3 в 1. Может использоваться для копчения сухого и влажного, а также как портативный угольный гриль с крышкой на защелках. Легко складывается и раскладывается от 1 до 3 уровней. Благодаря своей конструкции дым внутри гриль-коптильни циркулирует вокруг пищи, придавая нежный аромат дымка. Можно коптить мясо, сыры и многое другое. Для самого процесса копчения необходимо терпение и практика. Для контроля перегорания угля и температуры внутри гриль-коптильни необходимо использовать вентиляционные заслонки, которые расположены в верхней и нижней части гриль-коптильни. С помощью датчика температуры вы с легкостью сможете контролировать температуру внутри угольной гриль-коптильни. Если температура снижается, не нужно разбирать весь гриль. Просто откройте дверцу для быстрого доступа и добавляйте древесный уголь или древесную щепу. В данной барбекю-коптильне можно одновременно коптить ребра, свиную лопатку и целую курицу. Термопривод для теплицы или автоматический открыватель окон. Для установки в помещениях, теплицах, оранжереях и тому подобных. Предназначено для автоматического открывания окон или форточек при повышении температуры внутри помещения более 25 градусов и закрывания при понижении температуры до 15 градусов. Основной рабочей частью автоматики является термопривод, заполненный специальным газом. При повышении температуры термопривода газ расширяется и воздействует на поршень, который в свою очередь выталкивает шток привода в движение металлический кронштейн, закрепленный между стационарной и подвижной частями окна. При понижении температуры газ сжимается, и возвратная пружина возвращает шток в исходное положение и тем самым закрывает форточку. Необычный дверной замок в виде клавиш пианино. Придумал дизайнер Ли Джиан. Невооруженным глазом видно, что подтолкнуло его к изобретению фортепиано. Причем сделан звонок не только по виду, похожим на музыкальный инструмент. На нем можно сыграть нехитрую мелодию, любую, какая придет на ум на 5 клавишах. Теперь каждый гость может заявить себе индивидуально, заранее сообщить вам о своем настроении. Может, некоторым даже не захочется открывать. И мне думается, что по вашему желанию нотный ряд в этом звонке можно продолжить. Добавить к нему побольше клавиш. Играть уж так играть. Садовый набор инструментов – это полезная и практичная вещь для каждого, кто любит работать в саду. В наборе собраны все необходимые инструменты для более комфортной работы в саду. Вы с легкостью сделаете грядку, польете цветы, кусты или деревья, подрежете ветки на деревьях или кустах. Набор очень удобный в использовании. Такой набор станет очень полезным приобретением для любого садовника или дачника. Набор из 5 предметов подойдет для использования как мужчинам, так и женщинам. Он очень прост в применении, удобный и компактный. Все инструменты сложены в чемодан, который удобно передвигать. В набор входят 2 узкие лопатки, ручной культиватор, секатор для веток, пульверизатор и сам чемодан.
светодиодный прожектор для внутреннего или наружного освещения с датчиком движения с питанием от солнечной батареи. Будет незаменимым для каждого хозяина в условиях постоянных повышений стоимости электроэнергии, что позволит вам не только стать более независимыми от поставщиков энергоресурсов, но и сократить расходы семейного бюджета на электроэнергию. Аккумулятор заряжается от солнечной панели в течение светового дня, после чего прожектор может работать до 8 часов. В зависимости от таких настроек регуляторов, освещенность люкс, время освещения при срабатывании датчика, чувствительность датчика движения. Прожектор будет включаться автоматически днем или ночью и работать в непрерывном режиме. При установке включателя в положении ON или только при срабатывании датчика, при установке выключателя в положение авто. Коврик-массажер для ног представляет собой сочетание эластичной тканевой основы и цветных массажных камешков разной формы и диаметра. Такой коврик отлично подойдет для активации функциональных зон и точек стопы. Удобно брать с собой для занятий на улице. Массажные камешки в абсолютно разных формах оказывают на стопу акупунктурные действия, стимулируя работу мышц и связок стопы. Такой массажный коврик подходит взрослым и детям и способен выдержать вес до 100 кг. На массажном коврике есть специальная зона для акупунктуры, где схематично отображена каждая функциональная точка давления и массажа. Функции массажного коврика для ног стимулируют кровообращение, активизируют работу мышц стопы, позволяют снять усталость с позвоночника, способствуют правильному формированию стоп и походки у детей, снижают нагрузку с функциональных сводов стоп, эффективен для лечения и профилактики плоскостопия у детей и взрослых, улучшает работу внутренних органов за счет акупунктурных свойств, способствует уменьшению головных болей, снимает стресс и усталость и оказывает благотворное влияние на иммунитет человека. Установка для подачи воды под давлением. Мойка имеет мощность 1400 Вт, которая создает давление водяной струи 70 бар. Это начальный уровень в сегменте моек высокого давления, но этого давления хватит для самых разнообразных задач. Мойка автомобилей и ковров, сайдинга, мойки стен и окон, только пластиковых. Все это доступно за небольшую стоимость. Вес мойки составляет около 12 кг. Ее легко перемещать по территории, а вот длина шланга всего 3 метра и могут возникнуть проблемы с брызгами, в зависимости от того, что именно вы моете. Лучше всего, когда длина шланга составляет 5 или 7 метров. В комплекте с мойкой вы можете выбрать различные гаджеты при покупке, например, пистолет-распылитель, бутылку-распылитель для моющего средства и другие полезные дополнения. Ирригатор полости рта. Быстро и недорого он удалит остатки пищи в самых труднодоступных местах, очистит неприятный налет на языке, освежит дыхание и уничтожит болезнетворные бактерии. Кроме того, ирригатор является недорогим, портативным и абсолютно самостоятельным устройством. Ему не требуется подключение к электросети. Также вам не придется тратиться на батарейки. Все, что требуется для работы – воздух, а он, как известно, есть везде. Ирригатор работает по принципу насоса. При нажатии на кнопку в рукояти резервуара создается избыточное давление, которое силой выталкивает жидкость наружу. Как только вы отпустите кнопку, давление выровняется и жидкость перестанет поступать. Пользоваться им очень просто. Откройте клапан резервуара и залейте в ирригатор очищенную воду. Поднесите прибор к ротовой полости и расположите под углом 60-90 градусов. Ритмично нажимайте на кнопку, расположенную на корпусе, направляя поток воды в нужном направлении. По окончании процедуры удалите из резервуара остатки воды и уберите прибор до следующего применения. Портативный гриль на несколько человек. Достаточного размера, чтобы взять его для празднования дня рождения небольшой компанией. Выполнен из нержавеющей стали, работает на углях. Имеет преимущество в том, что у него большая рабочая поверхность для приготовления еды и возможность готовить блюда на шампурах. Удобно складывается, компактный, прочный и удобен в транспортировке. Гриль на углях идеально подойдет для туризма, охоты, пикника и рыбалки. Душевая лейка для экономии воды и увеличения напора. Изделие прекрасно подходит ко всем стандартным шлангам, а на его установку вы потратите всего лишь пару минут. Душевая лейка станет незаменимым помощником для огромного количества семей, где люди жалуются на слабый напор и большой расход воды. Лейка сделана из обычного хромированного ABS пластика, хотя чего можно ожидать за такую цену?
Сделано все качественно, литье хорошее, пластина с отверстиями из металла. Размер резьбы стандарт 1/2. В комплекте также идет прокладка с фильтром. А вот что я нашел из отзывов. В целом насадка очень понравилась, давление струи хорошее, это чувствуется сразу. GSM сигнализация со стабильной и надежной работой позволит производить контроль за безопасностью вашего дома с помощью цифровой панели и функционального пульта, которые работают между собой с помощью серии установленных датчиков и соответствующего приложения на своем девайсе. Среди преимуществ сигнализации можно отметить следующее. Есть встроенная возможность подключения к стандартным и целой сети дополнительных датчиков, разделение охраняемой территории на несколько типов зон с возможностью их переименования. При возникновении опасности система производит дозвон на 6 установленных мобильных, а также осуществляется оповещение путем отправки SMS на 3 номера о состоянии сигнализации. Управлять сигнализацией также можно удаленно, например, через приложение на iOS и Android. Набор для перемещения мебели «Транспортер» станет незаменимым, если вы затеяли генеральную уборку, грандиозную перестановку мебели или ремонт, и поможет сократить расходы нагрузчиков и время на перемещение мебели, избавив вас от усталости и надрыва спины. Для перестановки вам не придется освобождать шкафы от вещей и книг. Устройство поможет передвинуть заполненный шкаф или тумбу легко и на любое расстояние. Использование этого прибора очень удобное и простое. Необходимо приподнять угол мебели с помощью рычага, поставить все углы предмета для транспортировки на 4 платформы и быстро и бесшумно переместить в нужное место с легкостью и без напряжения. Используется на любой поверхности пола – линолеум, ковролин, ламинат, паркет. Транспортер очень компактный и не занимает много места при хранении. Комплект ланчбоксов из 10 штук. Изготовлены ланчбоксы из высококачественного экологического пластика и идеально подойдут для хранения и транспортировки различной еды и бутербродов. Необходимый в быту предмет, помогает придерживаться правильного питания, независимо от графика работы или учебы. Секции удобно разделены перегородками. Пища при таком хранении не прокисает и не портится. Ее можно разогреть в микроволновой печи. Достаточно лишь открыть удобную защелку на крышке и достать нужный лоток. Покупка ланчбокса сэкономит ваши деньги на перекусах фастфудом и поможет сохранить здоровье, позволяя питаться домашней едой в любом месте и в любое время. Пластиковая форма для создания садовых дорожек. Это именно то, что нужно для усовершенствования вашей дорожки. С помощью опалубки многоразового использования вы сможете самостоятельно изготовить садовую плитку без необходимости применения дорогого оборудования. Пластиковая форма обладает гибкостью и не прилипает к бетону, что позволяет многократно ее заливать и использовать. На сегодняшний день такая форма – самый простой и дешевый способ сделать садовую дорожку или площадку возле дома своими руками. А вот и конкурс. Приз конкурса 200 рублей на счет мобильного телефона. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно подписаться на канал, поставить лайк этому видео и написать, в каком доме или квартире вы живете и сколько у вас квадратов жилплощади. Понравился ролик? Жми на колокольчик, все просто. Участвуйте в конкурсе и вам обязательно повезет. Спасибо, что смотрите мои видео. Всем пока!